Очень хорошее начало было с нашей стороны. Попов имел момент. В принципе, их не так было много, но было преимущество. И потом нелепые ошибки. Но и все-таки должное Локомотиву нужно отдать. Они перехватили инициативу в конце первого тайма. Второй тайм уже больше проходил под диктовку Локомотива. И удачное действие Букура привело к тому, что мы забили мяч. Дальше Локомотив создавал напряженность, как и в первом тайме, со стандартных положений. И было чуть проще играть, когда игра пошла в длинную. Мы рады очень этой победе. Но поле непростое было. Нужно было упрощать игру, но и все-таки, наверное, есть еще какая-то неуверенность, да, в наших действиях при перестройке игры. Она, в принципе, уместна, но есть другое, есть характер, есть терпение. И вот это больше радует. А то, что подсело, разберемся чуть позже. Да любой тренер, у кого бы вы ни спросили, он всегда хочет добиваться титулов, выигрывать какие-то трофеи. Естественно, и мы хотим. Мы в этом направлении будем двигаться. Это не одного дня, не одной недели, быть может, не одного сезона путь. Но стремление подняться на вершину.